Всем здравствуйте, миссия Одесса, вещаю. Вот приготовила я еще очередной вот такой шедевр с этого же дрожжевого теста. Посмотрите, какая вкуснятина, вот только-только достала с духовочки. Тесто идет обычное, как я всегда и рассказываю, на воде. Тоненько его раскатала, намазала это у меня смородиновое варенье, очень вкусное. И закрутили аккуратненько таким рулетиком. Все, поставили в духовку на полчасика, градусов не 180, а где-то 140. Небольшой градус должен быть. Вот, сейчас он остынет. Пока он остывает, я хочу посыпать еще какао. Тесто не сладкое, начинка сладкая. Вот так я люблю. Это не сдобное тесто. Меня такое любят. Вот, и смотрите, посыпаем вот так какао. Сейчас оно немножко впитается. И будет бомба. Сейчас еще посыплю трошки какао. Вот такой вкус. Шоколадный. Шоколадный вкус будет. Такое, кстати, обычное какао, видите? Вкусное. Фирма Добрик. Натуральный. И вот классно тоже какие-то делать кексы, шоколадные, пироги. Вот. Здесь смородинка можно еще засыпать. Сейчас он... Все, пусть остывает, потому что еще парует. В общем, а потом вы так порционненько себе нарезаете и к чайчику то, что надо. Так, сирена была у нас уже 3 раза. Детей в школе выводят в подвал, в убежище. Потом они опять поднимаются. Вот так уже было сегодня 3 раза. Бедные дети. Когда это все закончится? Кошмар, нет сил. Погодка у нас -2. Последний месяц зимы осталось, грубо говоря, февраль. И будем ждать весны. Так что всем тихой ночи, которая будет этой ночью, потому что говорят, что будет громковато. Вот, хорошего дня и мирного неба. Пока-пока.